главной новостью в лентах информационного агентства «Хакасия», причем в течение нескольких недель, остается история лишения сотрудника издания аккредитации в правительстве республики. Судя по настроению статей, решение это абсолютно неправомочно, если не абсурдно. Главным злым гением во всей этой истории стала начальник управления информационной политики Ирина Емельянова. Сказать, что прецедент этот вызвал большой резонанс в медийной сфере, был бы преувеличением, и все же мы решили узнать, почему управление информационной политики правительства Хакасии пошло на этот шаг у главного фигуранта этих статей – Ирины Емельяновой. На самом деле ситуация обстоит следующим образом. Журналист данного агентства присутствовал на совещании, которое проводил глава республики Хакасия, и повел себя достаточно некорректно вот на этом совещании. По этой причине он был лишен аккредитации. Официальное письмо было направлено в редакцию, они его получили. Но лишение аккредитации одного журналиста не означает в нарушении прав получения информации в целом данной редакции. По этой причине мероприятия для остальных журналистов открыты.